11 декабря в третьей школе Олимпийского резерва город Новочебоксарск пройдут республиканские соревнования по легкой атлетике. 10, 11 и 12 декабря женская баскетбольная дружина ЧГУ «Атланта» в рамках чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола страны принимает матчи третьего раунда. 11 декабря в региональном центре развития маунтенбайка пройдет первенство и чемпионат Чувашии по художественной гимнастике. 11 и 12 декабря представители пауэрлифтинга и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата разыграют награды чемпионата и первенства республики. Шахматисты республики в выходные дни завершат выяснение отношений в рамках чемпионата Чувашии. 11, 12 и 14, 15 декабря на льду Дворца Чебоксары-Арена столичные богатыри в рамках первенства высшей хоккейной лиги принимают коллег из набережных Челнов. 12 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак» город Чебоксары пройдут всероссийские соревнования по кюкусинкай в памяти дважды героя СССР, летчика-космонавта Андриана Николаева.